транспортную инфраструктуру Подмосковья поставили в пример другим регионам. В Московской области внедряются лучшие инновационные практики в области транспортной инфраструктуры, и этот опыт необходимо активно перенимать другим регионам, заявил министр транспорта России Евгений Дитрих. Об этом сообщается на сайте областного правительства в пятницу, 1 июня. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в Координационном совете по развитию транспортной системы Москвы и Мособласти. Мероприятие прошло под руководством Евгения Дитриха. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков, в свою очередь, отметил, что за последние несколько лет на территории региона введено в эксплуатацию 18 путепроводов. Ликвидация одноуровневых пересечений автомобильных и железных дорог путем строительства путепроводов является одним из приоритетных направлений правительства Московской области, подчеркнул он. Министр также сообщил, что за 5 месяцев этого года смертность на дорогах в результате ДТП сократилась более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. 18 мая сообщалось, что в течение ближайших 5 лет в Подмосковье планируется построить более 50 новых объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, 8 из них планируют ввести в эксплуатацию в текущем году. Перейти в «Мою ленту» новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.